Указом президента Российской Федерации наш земляк был удостоен высокой государственной награды. В рамках торжественной части празднования Дня молодежи 24 июня военный комиссар Артур Насыров вручил награду – медаль за отвагу невельчанину Максиму Стеценко за мужество, отвагу и героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции. Совместно с мэром Невельского городского округа Алексеем Шабельником военный комиссар поздравил невельчанина с высокой наградой и поблагодарил за то, что в сложный для Родины час Максим встал на ее защиту. На момент начала специальной военной операции невельчанин служил по контракту и находился на учениях. Начало истории то, что я отказался вообще ехать на Украину. Но потом я посмотрел новости и увидел, как-то один дедушка потерял свою жену из-за вот этих вот нацистов, так скажем. И после вот этого момента, когда я увидел то, что дедушка плачет и звонит своим родственникам в Россию, я решился поехать на Украину. Мы продвинулись как минимум 20 километров вперед, уничтожили много фашистов, много опорных пунктов и пункт боепитания. Чувствую гордость, что обо мне никто не забыл, то, что меня все-таки наградили, как моих друзей. Во время боя Максим получил ранение и попал в госпиталь, а сегодня уже несет службу в рядах Росгвардии. Служба информации Невельских новостей.